Началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран. За три дня профессиональные туристы со всего мира посетят освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кельбаджар-Лачин-Зангилан-Джабраил-Агдам. Первая остановка в трехдневном трипе – это Азыкская пещера в Ходжавенде. Группу из 30 человек, представителей США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России, сопровождает известный азербайджанский путешественник Мехрадж Махмудов. Как и другие путешественники, я тоже очень хотела приехать и увидеть Карабах. Мы только в новостях слышали о том, что произошло здесь. Поэтому нам очень интересно быть тут, видеть вживую. Это очень красивый район. Здесь немного домов, где люди могут жить семьями, куда могут вернуться, потому что все разрушено. Очень интересно посмотреть, как изменится Карабах через 5-10 лет. Эта поездка еще раз демонстрирует значительный рост интереса представителей туристической элиты мира к строительно-восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана и процессу разминирования. За последние два года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников ETIQ, Most Traveled People, Traveler Century Club, Nomad Mania и турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре в прошлом году. Нынешняя поездка – шестая по счету. Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как ТАК-туризм. Международные путешественники посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по созданию Зангезурского коридора.